что же, привет, народ, с вами Фенаргот. Ну и пора посмотреть на первый сундучок в новом Battle Pass, о чем я вам рассказывал на моем стриме. Собственно, напоминаю, что помимо этого я буду устраивать розыгрыш как минимум 10 Battle Pass. Все это будет на моем YouTube-канале, просто возможно туда добавится ноутбук, поэтому я пока розыгрыш не устраиваю. Давайте пока посмотрим на имморталки. У меня вот есть 6 сундуков, я их все буду сейчас открывать. Что у нас есть? Вот такая вот имморталка на Андерлорда с кастомным эффектом. Давайте посмотрим. Я все имморталки рассмотрю, после чего открою сундук. Ты хочешь, чтоб за цифры рейтинга тебя все уважали, и девчонки привели тебя охуевали. Заходи на Any Level, заходи на Any Level, заходи на Any Level, заходи на Any Level, я Any Level. Заходи на Any Level. Собственно, я так понял, тут и изменена анимация ловушки. Так, у меня, видимо, включены квиккасты. А, я вспомнил, да, извините, я когда был. Не изменили, к сожалению, настройки доты. Вот так вот выглядит второй скилл у имморталки на Андерлорда. Весьма круто, весьма круто. Это мне имморталка уже нравится. Идем дальше. Собственно, дальше у нас имморталка на Вингу. Это крылья. У нее изменена анимация у скилла стана. Ну, кстати, анимация ходьбы тоже прикольная. Видите, такие перышки остаются. Правда, их прям супер дофига. Ай, не успел, ну ладно. Выглядит также неплохо. Идем дальше. Terror Blade. Также крылья у него изменены. Изменена анимация у Сандера, насколько я понимаю. О, красивый эффект. Кстати, крылья в метаморфозе не изменены. Ульта изменена, конечно. Также очень крутая шмотка. Идем дальше. На аппараты. Это уже вторая имморталка, помимо шлема. До этого у него была анимация ульты, теперь у него анимация Ice Vortex. Прикольно, кстати, выглядит, хочу заметить. Да, мне нравится на самом деле. Да и сама имморталка тоже прикольно выглядит. Я думаю, в комбинации со шлемом вообще опасно. Идем дальше. Рики. Рога. Ну, или, можно сказать, шлем. Анимация у смока изменена. У него уже была имморталка. Ого, прикольно. Такая рожица появляется. Я даже музыку на секунду выключу, потому что там звуковой эффект есть. Прикольно, мне нравится. Вы можете помнить, что она... У Рики уже есть имморталка одна. Это уже вторая. Кайф, мне нравится очень. Дальше у нас имморталка на Бару. Это также уже вторая у нас имморталка на Бару. Изменена анимация у Баша, насколько я понимаю. Да. Видите, когда откидывает Питер персонажа, он красный эффект такой. На самом деле легко проверить, можно разбежаться. Потому что... И тут, собственно, можно так. Прикольно, прикольно на самом деле. В
комбинации с шлемом выглядит вот так, видите, потому что у меня есть шлем Immortal Skinabaru. Правда, цветовая гамма не та совершенно, это немного смущает. Ну, а так выглядит неплохо. Конечно, если бы синий был эффект, было бы лучше, как я считаю. Лич. Это у нас тоже уже вторая имморталка. Сейчас дам All Vision. Изменена анимация ультимейта. До этого была у первого скилла. Так. Сейчас. Череп такой летает, как вы можете заметить. На самом деле он мне не очень нравится сам по себе. А вот имморталка выглядит куда круче. Двигающийся такой череп в руках. Видите, анимация еще есть прикольная. Не, вот это прикольно. Но вот сам эффект ультимейта мне не очень зашел. Рики, собственно, есть у него золотая. Имморталка — это редкая награда. Собственно, вот так у него выглядит смог. То же самое, только вот золотой дым добавляется. Есть имморталка золотая на фантомку. Вот это мне интересно. Я за фантомку люблю играть. Анимация у даггера у нее изменена. О, прикольно, мне нравится. Хочу такую имморталку. Особенно зайдет очень круто с арканой третьего левела, где она как раз такого же вот цвета золотистого. Так, у меня, видимо, автоатака включена. Сама по себе имморталка тоже круто выглядит. Блин, вот я такую точно хочу. Буду я себе ее выбивать. Самая редкая — это эмблема, которая надевается на любого персонажа. И вот под ним светится. Как вы помните, в прошлом году это было за вот эти шарики с Ларка. Она дается на год. И в этом году, видите, круче. В прошлом году просто там такая же эмблема была, только зеленая. Ой, только синяя. И водяной след оставался. Он не особо был заметен. А тут прямо кристаллы остаются. Причем вот они, кстати, очень сильно напоминают кристаллы из трейлера Артефакт. Об этом тоже не забывайте следить на моем канале. Ладно, все, рассмотрели. Давайте попробуем открыть сундуки. Что же мне упадет? Упадет ли мне что-нибудь редкое за 6 сундуков? Я думаю, все-таки да. Хоть одно, но что-то редкое будет. Кстати, на Лича тоже редкая шмотка. На Абадона меня устраивает. Мне на самом деле все устраивают шмотки. Почти на всех героях играю из представленных. Идем дальше. Нет, без редких пока. Господа, еще 3 сундука, да, осталось, по-моему. Надеюсь, все-таки, что хоть что-то редкое упадет. Ха-ха, конечно. Ничего редкого, 2 сундука. Пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, ничего редкого. Последний сундук у меня остался. И, собственно, у меня будут все обычные шмотки. Да, конечно. Ничего редкого я за 6 сундуков не получил. Могу себе еще вот. О, награда. 5000 шардов и 5 левелов Battle Pass. Вот это да. Но, по-моему, за это я не получу никаких сундуков. Да, мне там еще нужно. Что ж, как-то так, господа, это был первый сундук. Не забывайте о том, что на моем канале будет розыгрыш более 10 Battle Pass'ов. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписку и жать на колокольчик. Включайте все уведомления, потому что об этом будет информация на канале. С вами был Фенергот, я желаю вам удачи. До скорых встреч, еще будет много роликов по Battle Pass'у.